Ребята, вот сейчас зашел в магазинчик, короче, он такой, знаете, как сейчас объясню, сколько успею, поснимаю, пока вроде молчат, я так быстро камеру включил. Магазин, где все вещи приносят бесплатно, а продают их за копейки. Ну, это вот у меня детский отдел, тут дети играют всякие, для маленьких, для больших, для всяких. Вот детский отдел, магазинчик. Тихо. Карандаш. Все, что тут есть, я сейчас вам покажу, ребят, так, мельком. Пока что можно, вроде, вот такие посуды. Стоит это там евро, два, три, там, ну, до 10 евро, короче. Совсем все недорого. Нет, мне покажу, что тут есть. Какие. То есть люди там приносят дар, помогают жителям Южной Америки. И как бы тут просто бесплатно. А потом вот сотрудники этого магазина все это продают. Вот море всяких коньков. Не знаю, что за размер тут. Ну да, есть и маленькие всякие. Ну тоже стоит недорого. Я думаю, евро 10, не больше. И большие роликовые коньки. Цветы всякие. Игрушки, посуды. Вот все, что здесь есть. Папки, всякая офисная техника. Все они стоят бесценников. Нужно подойти именно на кассу и спросить, сколько это стоит. И там уже все ответит. Здесь всякая посуда есть тоже. Всякие сувенирчики. Чашечки. Кружечки. Каких только нет. О, чайные сервизы есть. Прикольные всякие. Сверху вот там есть всякие люстры, лампочки. Вот еще. Всякая деревянная посуда. Я сейчас, конечно, это намереваюсь в одежду сходить придется. То есть это немножко другое. Вот здесь вот маленькие игрушки. Здесь есть всякие штучки. Диски, диски, игрушки, игрушки. Сувениры здесь. Стаканчики. Всякие наборы игр. Фокскир, покер. Я тут рассмотрел, смотрел. Много-много всего. А вот что за игра? Карты. Покер, всякая ерунда. Вот маленькие коробочки. Вот просто какие-то карты. Здесь что-то еще. Но это я потом приду посмотрю. Сейчас просто показываю вам общий вид. Сейчас выйду на другую сторону. Вот здесь вот на первом этаже у них мебель. Я пока снимаю, вроде пока надеюсь, меня не видит. Мебель. Всякие вот столы, диванчики. Вон столы, диванчики. Вот всякое. Покажу, что есть. Кресла детские. Кровати даже есть. А, ну вот тут много кровати всяких, пожалуйста. 50 евро. Вот такая настоящая деревянная кровать, 50 евро. 3500. Вот это стоит кровать, представляете? 3500. Вот это, не знаю сколько. Вот диванчики. Вот, например, диванчик. Смотрите, какой классный набор. 120 евро. Комплект. Тут всякие штучки, тут даже он велотренажер, вот еще детские всякие вещи есть. Велотренажерчик, пожалуйста. Вот еще какой тренажер. Блин, а сколько же они стоят? А вот 20 евро. 20 евро за велотренажер, представляете? Так, 10 евро, 1400, офигеть. Вот это крутяк. А это 10 евро. Вот велотренажер 10 евро ходуль. Офигеть можно, ребятушки. 10 евро за велотренажер. И вот такой вот такой. Мне кажется, любая женщина там в России мечтала бы о таком. Мебель, диванчики всякие. Вот кожный диван 50 евро. Кожный диван 50 евро. Вот диван 50 евро. А вот такой кожный диванчик маленький. Настоящий кожный диванчик.
25 евро. Тут какие штучки, тоже велосипедики, кресла, мебель. Вот там второй этаж, сейчас поднимемся. Короче, отсюда пока люстры всякие. Сейчас отсюда выйдем пока. Поднимемся наверх. Снимаем, что там есть. Сейчас идем. Так, вот здесь вот книжный отдел получается. Книжный отдел такой вот, раз можно книжку здесь купить. Но пока не буду заходить. Мне вот этот вещевой, а здесь отдел бытовой техники. Это я потом зайду. Это отдел бытовой техники, тут всякая фигура. Посмотрим. Вот это вещичка. Пара вещи я кое-что знаю. Так, вот платья всякие. Вот женские туфли. Миро. О, блин, обуви прибавился. Стоит, короче говоря, вот ботинки, допустим, мужские, каких я спрашивал, там они стоят, ну, примерно 2 евро, какие-то 3 евро. Кожные ботиночки можно взять. Ну, что тут есть такое интересное? Ну, размерчики все маленькие. Размеры маленькие, а так что-то прибавилось. Пуговицы можно всякие купить, какие хочешь. Нитки. Детское белье тут всякое. Взрослое, женское. А что? О, майки надо посмотреть. Это женские. Женские всякие штаны и кофты. Вот штанишки. Какие-то вон маечки. Вон эти. Чемоданы наверху. Чемодан, пожалуйста, 2 евро. Другой 4 евро. Это 3, это 4. Вот еще маечки, рубашки. А тут, наверное, женские, мужские вместе. Это женские штаны. Курточку прибавил. Взгляни, сколько курточек прибавил. Сейчас мы посмотрим. Вот еще женские. Вот тут вот мужские джинсы я выбирался. Смотри, может, сейчас что-нибудь еще посмотрю. Что еще есть? Вот куртки всякие женские. Точнее, не куртки, эти юбки. Кожаные юбки, вот гляньте. Джинсы, юбочки всякие. Такая есть. Такая есть. Такая. Но у них цена будет 2-3 евро, не больше. То есть мы подойдем, спросим, они скажут, что 2-3 евро. Сапоги всякие женские, кожаные, настоящие. Все хорошие, нормальные. Можно выбирать. Вот еще всякие кофточки. Вот джинсы женские тоже, пожалуйста, какие хочешь. Есть красные. Ну, такие они разные есть. Такие. Штаны, кофточки, плащ. Я сейчас, я, короче, знаю, что посмотрю. Сейчас кое-что посмотрю. Ну, в общем, ребят, вы меня поняли? Вот так вот здесь интересно. Магазин такой распродаж. Они помогают жителям Южной Африки, ну, Южной Америки или Южной Африки, забыл уже. То есть люди приносят бесплатно, и они продают за совсем маленькие денежки. Что-нибудь посмотрим сейчас. Может, что-то интересное. Всем удачи, всем пока.